Всем привет! Всем привет! У нас сегодня последний день на море. Вернее, даже не последний день, последний полдня. И мы идем в море бросать монетки, чтобы ни сюда, ни вернуться. Ты даже не говоришь. Я шучу. Идем прощаться с морем. Завтракать. Я не могу разговаривать. Надо срочно завтракать. Да, надо срочно идти кушать. Вчера Кирюшке вечером поднялась температура. Видимо, на солнышке мы перегрелись немножко. Короче, мы все посгорали. У нас все облазим, как змеи. Но ничего, отдых был супер. Нам все очень понравилось. Все было отлично, все было хорошо. И вы знаете, сегодня нету ветра. То есть, скорее всего, сегодня работают уже все эти аттракционы типа бананов и всякой-всякой разной штучки. Сейчас пойдем на море посмотрим. Может быть, у нас получится на чем-то покататься. Посмотрим, в общем, какая погода. Потому что здесь вроде бы не ветрено, а что на море происходит, мы не знаем. Вот, все наши уже поуходили, мы последние. Потому что мы уезжаем сегодня, а они еще даже себе билеты не купили. Но планируют уезжать завтра. Все. Идем на завтрак. Последний наш завтрак в городе Венеция. Борщ, вкусное сало и у Кирюшки безумно обалденный хот-дог. Покушали и идем сейчас покупать грязь. Моя мама попросила ей купить лечебную грязь. В общем, там разная продается. Она попросила непосредственно себе от сустава. Так что идем купим грязюку и на море. Да, точно, сегодня 100% работают все эти приколы, потому что сегодня очень-очень тихо. Сегодня Да, сегодня нету вообще ветра. И солнце печет очень сильно. Купили маме вот такую вот грязь. Лечебно-сульфадно-лечебная. Затоки Сиваш. От суставов такая гигантская коробка. Господи, она висит. Больше, наверное, чем наши вещи все вместе. Держи. Одна грязь будет весить 3 сумки наши, 3 чемодана. И еще к этому ко всему, подожди, дали целую газету. Инструкция. Да, чтобы вы понимали, это инструкция по применению. Целая газета. Грязи, лечение, иммунитет. Вот так. Так что маме подарок готов, то, что она просила. Ну и вперед дорогу на пляж. Последний день, последнее море. Пришли мы на море, а сегодня снова волны и снова не работают ни катамараны, ни бананы, ни акулы, ничего. То есть так мы море и проведем. Без покатушек. Печально. Кирюшка, ты не расстраиваешься? Это самое главное. А где все остальные? На серфинге. На серфинге? А где да. Серфинг? Там. Где там? Там. Показать тебе? Да, видео. Пошли. Теряли мы всю нашу компанию, идем ее искать, куда она пропала. Ща-ща-ща, мы ее найдем. Здравствуйте. Так, ну что, где они? А, они уже кушают. Вот они. Напоследок нашего отдыха мы все сделали, ну не все, половина из нас всех сделали себе. А ну давай, Марвел. Да повернись ты уже. Боже, ты себе маслом намазал, какая гадость. Смотри. Оля, держи. Хорошо. А, у меня такая вообще прикольная. Супергерой возвращается в город Киев. На море, на море, на море. Сегодня все-таки наш последний день, как я уже говорила и уже не раз. Посмотрите, какая красота. Просто прелесть. Мы где-то там лежим под лежачками, а я сейчас иду к Кирюшке, к братику, ну и к крестнику. А они уже медуз наловили и решили пойти искупаться. Вода просто супер. Просто супер, класс. Сейчас покажу. Вот они, видите, впереди троица. А, я иду там. Ну, тут на самом деле не глубоко. Но, немножко прохладненько. Главное сейчас не оказаться в яме. Это я так, меня просто волнами обмывает.
Так, я сейчас должна дойти до... Ой! До суши. Есть. Дошла, видите? Все. Я вышла на сушу. Кирюшка! Ну как, зайка? Маленькие волны. Маленькие? Купаться не хочешь пойти? Вон, Санёк уже, смотри, купается. У меня голова. Нет, не хочешь? Ну ладно, тогда не купайся, постой. Просто водички постой, тоже хорошо. Давай скажи морю пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, море. Мы к тебе еще вернемся обязательно. Пока. И попрощаемся напоследок с медведями гигантскими, огромными. Азовскими медузами. Сашка, не кричи. Саша, ну ты чего? Медуза, пока-пока. Друзья, вы когда-нибудь видели летом Санта-Клауса? Так я сейчас вам его покажу. Человек Санта-Клаус летом на море ходит и продает билеты куда? В цирк, по-моему, да? Ну, это просто с чем-то, что-то с чем-то. Пойду спрошу, есть ли у него подарки. Не, ну, сейчас вы это увидите. Посмотрите. Санта-Клаус летом. Прикольно. Еще и черный. Это вообще класс. Класс. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Супер, море, Санта-Клаус и медузы. Что еще сказать? Отдых просто замечательный. Там еще и Дед Мороз идет сзади. Великолепно. Санта-Клаус, Дед Мороз. Что еще может быть прекрасным? Детки звонки, переворота. Детям посетили бесплатно сопровождение взрослых. Осталось за просто после места остаться. Ну что, вы плывете? На банане? Видео снимаешь? Да. Пока-пока. Я думала, что это будет круто. Заканчивается наш отдых великолепной тайской лапшой. Супчиком. Да, Саня? Очень круто покатались на банане, очень круто покатались на какой-то такой интересной маленькой фигнюшке. И сейчас мы срочно делаем селфи, секундочку. Мы уже в поезде. Вот и закончился наш отдых. Кирюшка, спадки хочешь? Да. Ты расстроилась, что мы уезжаем? Боже, бусинка моя. Там Лола спит, наша птичка, конечно же, летит с нами. Да, птичечка? Не летит. Птичечка. Едет с нами, да. Кстати, у птички крылышко начало одно расти, это уже хорошо. Она сейчас в шоке немножко. Ну что, Кирюшка, как тебе наш отдых? Классно. Знаешь, он еще не закончился. Потому что у нас будут еще невероятные приключения с самого-самого утра. Потому что мы вроде как приезжаем в часов 5. О, мы уже тронулись. И потом мы еще едем на какой-то супер электричке. Скоростной. Скоростной, да. Интерсити плюс. Интерсити плюс. Будем в городе очень-очень быстро. Домой хочешь? Нет. А к собачкам хочешь? Да. Да. А на море хочешь? Нет, на море уже не хочешь. Так что море всем. Не хочу в школу, хочу к собачкам. А ты в школу не хочешь? Ты из-за этого печалишься, солнышко? В школу еще, когда мы приедем, не скоро. Так что море, пока-пока. Мы уезжаем. Пока. Пока-пока. Что-то там ничего не видно. Где там наше окно море? Окно открой, выше подними. Где там наше море? Все, пока-пока-пока.